России, там нищета, там жуть, что происходит. Там нет рабочих мест. Почему все опять засасывает город Москва? Я сам москвич, где-то я рад, но я приезжаю в глубинку, я просто в ужасе. Ну неужели вы, депутаты, одномандатники, приезжая в свои избирательные округа, этого не видите и не слышите? Как вы, что вы им говорите? Вот я не нашел ничего ответить бабушке, которая мне сказала: сынок, как мне прожить? У меня 8700 пенсия, машина дров 8000. Что мне делать? Я не пользуюсь электричеством, у меня на него нет денег. И это вся Россия. У нас поезд ехал 25 дней, сегодня он снова уезжает в Сибирь, Урал. Я вас прошу, давайте поработаем над бюджетом. Давайте просто поймем, для чего мы здесь. Спасибо.